так уж войне Вот типичные могилки литовские, очень красивые. Сегодня до 12 пускают на машинах, а потом уже не будет пускать. У нас 4 дня выходных, суббота, воскресенье, еще понедельник, вторник сделали в Литве выходной, чтобы люди приезжали на могилки. Вот простенько и со вкусом сделано все. Тоже в Литве отмечается, тут очень много людей будет. Мы пока пораньше. Там уже за дорогой свежие могилки, а в некоторых местах, где просто камни одинаковые, там, которые без родственников, люди похоронены или бездомные. Там вдалеке вижу. А это 3-летней давности. Вот эти вот могилки. Есть такое у нас негласное правило, что если похоронен моряк или морской профессии, то якорь на могилку. Ну, как ставят. Вообще? Да у меня отец механик, и у него на могилке такая шестеренка и якорь. Если капитан, то штурвал. Ну вот уже много людей сейчас. Вот там красивая, вот Лина, посмотри, как арка ворота в потусторонний мир. Или вот этот вот. Очень красиво сделано. Но это уже 90-х годов кладбище. Немножко по-другому выглядят. В 90-х годах как-то больше делали. Плиты больше делали в 90-х годах. Вот впереди видим колумбарий. В 90-х годах даже вот фотографии на плитах делали. Сейчас это не популярно уже в Литве. Это начало 90-х вот кладбище. Очень мы любим красиво делать могилки на кладбище.
без лишнего такого пафоса. Или вот как. И она говорит, фамилии не снимает. Так я не снимаю фамилии. Это внешний вид только. Ну вот часовенька. При этом кладбище такая находится. Архимандрит похоронен. Красиво тоже могилка. Ну зайдем покажем. Не, там нет никого. Идем туда. Вот видите, что купилось. Там парашюта вот такие. Парашюта. Часовня в честь Остробамской иконы Божьей Матери в Либортей. Дева Мотина Сошрос, Варту икона. Дева Мотина Сошрос, Варту икона, Сгарбей Копличе Либортос. Viso gero. Центральный ход сейчас покажу. Вот центральный вход, машины не пускают все сюда, только инвалидов по шлагбаум. Нету мест вообще на паркинге. Вот цветы здесь постоянно продают. Полная площадка машин. Букетики из ненатуральных цветов пластмассовых от 3 до 9 евро. Ну это в 2014 построили такой вот. Здесь ночью с понедельника на вторник очень красиво будет. Мы пораньше приехали, потому что потом не сможем приехать. Да и вообще на машине тут потом не подъедете. Лина говорит, сейчас вот в Ритавос поедем и в Лавкову там тоже обойдем все. Родственников тут всех обошли тоже. Вот тут понедельник, что будет твориться. Хотя сейчас все умные люди приехали в воскресенье, приехали, но очень много умных людей собралось. Там водокачка впереди, сейчас покажу. День хороший сегодня. Так, где, вот водокачка. Вот. Люди в основном свои букеты цветов привозят. Хотя здесь тоже там продают, даже кофе есть. Покажу. О, полная площадка машин. С третьего раза бы место нашли. Ждали, пока кто-нибудь отъедет. Вот там все цветы продают, машина там.